Вот жили, не тужили, и твари добрались и до нас, видите, и нас выгоняют с земли. Вот изуродованная земля срыта. То есть вот был прекрасный луг, все сейчас срыто опять, какие-то котлованы, вот выломанные деревья, кому они мешали. Тварям, конечно же, это все мешает. То есть все, сейчас уже дошло до гаражей, до наших. При этом, что тут было болото, ну, то есть вот сейчас они разрыли, было сухо, нормальный луг, сейчас вот такое вот свинство, короче. Да вот они типа застраивают, вот эту канаву уже миллионы списаны там, продолжают списывать дальше. Ой, вот это вот уродство просто непрекращающееся. Я тут давно не был, можно сказать, с весны. Вот решил, видите, прогуляться, сам охреневаю от того, что творится. Я хочу на Амур посмотреть, на наводнение. Лунный грунт. Ну, путинщина во всей красе. При этом в советское время никому это в голову не приходило. Даже в Ельцинское вот это вот этим дерьмом заниматься. Это при том, что в городе раздолбаны улицы. Нет въездных дорог нормальных. Вот на пустырях начинают вот это пакостить все. То есть вы представляете просто степень космическая воровства, степень безумия, степень дегенератских каких-то проектов, абсолютно ненужных нахер. Ну вот кому это нужно? Это нахер никому не нужно. Сейчас еще перероют последнюю дорогу. Там культурный асфальт какой-то хоть лежал. Хоть рыбакам можно было ходить и лодку носить по нему, когда на Амуре пристаешь. Ой. Мрази путинские, как я вас ненавижу, варьё поганое. Я понимаю, вся страна больна вот этим вот уродством, да, дегенератством. Оно уже степень просто феерических масштабов принимает. Адские просто, инфернальные, как эти пожарища. Ну, сейчас залезу я на вышечку. О, а там занято место, там сороки сидят. Че, неужели там сломали? И без этого не обошлось, уже и вышка помешала. Оторвали последние. Там были деревянные доски, на которых можно было стоять. Их какая-то тварь оторвала. Кому-то они помешали. Ну, понятно. То, как не навернуться, что скользит. Без досок хреново. То есть тут две доски было. Сейчас встать уже даже не за что. Еще и оторвали ограждение. Ой, ублюдки, блин. Вот морлоки, короче, рождаются. Так. Морлоки рождаются. Все, кроме морлоков, ни хера в этой системе. Ну вот, Амур. Это псевдонабережная, в которую зарыта куча бабок, и которая, вон, видно, ни от чего не ограждает она. Вон она, затоплена уже. В итоге оказалось, что зарытые бабки на эту набережную, они ни хера не спасают от наводнения. Вон там все плавает. Это вот дорога на въезд в город. И пока продолжает все переть вверх, 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 вверх. Самолеты вон летят, химиотрассы от них. Явные причем. Ну, понятно, почему у нас была такая погода стрёмная. Вон он прям идет. Вон там, вон самолетик. Вот одна химиотрасса, он идет. Вон, с Хабаровска. Вот это уродство все. Наши гаражи кому-то помешали. То есть, видите, нас тоже выживают с нашей земли. При этом стремятся ободрать, обобрать, да, какие-то левые несуществующие поборы собрать, загнать в зоны, в резервации. Ну, то есть чисто как с индейцами обращаются. Вот это они, дамбу из песка построили, песок будет от воды защищать, бля. Дебилы, бля, путинские.
Ну, красивая картинка, да? Все довольны. То есть положение вещей. Представляете, я просто сейчас выключаю, потому что вниз неудобно лезть. Вниз сложнее лезть, чем вверх. Каждый альпинист это знает. Первый солнечный день за 11 суток сегодня. Причем солнечный он стал после обеда только.